А что вы думаете о нашей школе? Супер! Что вы думаете? Маша, Маша, снимай, снимай, снимай. Настя, Настя! Ловить будешь? Вставай! На следующий день я просто на там было 10. Не надо мне вот. Сломалась? Нет, нормально. В школе детей ломают. Настя, заткнись, дура. Я с тобой спорила на это. Пойдем будем. Что вы думаете о нашей школе? Вика, тебя уже все видели, что ты выпендриваешься? А, это вот что ты думаешь, да? Это же я, блин. Пойдем. Пойдем жрать. Правильно, Алена. Алена, новое слово? Нет. Она старая, уже давно забытая. Часто употребляемое. А теперь быстро попиздовали. Да ладно, ты не знаешь, где ходить. Нет, я приеду, еще не вижу. А, блядь, посмотри! Слякать ее мордой! Сюда вот будет. Слякать ее мордой. Еще Харлем Шейк было, шаг надо скачать с Ютуба. Я хочу пить. Да. Шейк у меня есть в этом ВКонтакте видео. Есть? Да. А, ну все тогда. Нас не пускают в столовую или как? Обойдетесь? Что вы думаете о нашей школе? Давай, Алтын. Я? Я думаю, что здесь очень холодно, потому что я так и делаю. Потому что она дырявая. Я думаю, что у нас очень строгая учительница. Какая? У тебя класс монитор. Машенька, что ты будешь есть? Что я думаю? Я ничего не думаю, у меня это плохо получается. Не позорь, а? Что не позорь? Ты скажешь, что думать не умеют. Что вы думаете о нашей школе? Идите нахер. Поразила же. Я помню, у меня деньги есть. Мне их не отдали. Они же стипендию не получили. Как получат, так будет. Не говори. Занималась, что ли? Я? Бей его. Давай, Жанна. Молчи, тварь. Я даже на камеру скажу, сука. Хватит меня и насилу. Урок казахского в школе Балашак. Оставай, дай ей отпор. Че ты, сука, как лох согнулся, чмы. На самом деле у нас намного больше людей. У нас 19 человек. Но дожили только 2, 3, 4, 5, 6 человек только дожили после большой перемены. Четвертая пара. Мы выживали, как мы говорили. Паша, ты лох. Сам ты лох, падла, блядь, девчонки, ответить не могут. Жопы, мы вас учили. Ну, вы же начисто будете. Скажите, что вы думаете о нашей школе? Убери. Ладно. Мы скидываем фотки, сейчас будем создавать уже на дом, будем создавать группу школа Балашак. Пацанов сними. Где они там? Нам еще ждать, пока скидывается час. Та-ра-ра-та. Секаса нам. Так, сука! Ждем следующую. Помаши в камеру, придурок. Маша, ощущение. Нафига, я тебя люблю!
Я исполнил обещание. Вась, я тебя люблю. Так. А я тебя сука. Люблю. А я тебя не кинул, не бойся. Иди сюда. Знаешь, что бывает? Какая ты красивая. Я тебя закопаю. Что вы об этом думаете? Вот такие бывают девушки по утрам. Это Дима. Денис! Так, что еще там? Можно, можно выйти домой? Слава, 33, наверное, уже. Маша, я так люблю снимаешь? Жанну. Меня зачем? Я ее очень люблю, вот снимаю постоянно. Сильно-сильно любишь? Очень сильно. Сильно-сильно? У нас совсем зима. Зимушка, зима. Сегодня вышло снег по колено было. Зима в Шымкенте. Может, так хорошо видно? Заткни свои бортики, Артур. Мешает картину туда, бортик. Зима, снега по колено. Эти, как зовут, деревья все в снегу, елки в снегу, машины в снегу. Круто? Значит, купаться буду. Не Маша, а Оля, останется. Так. Понятно. Вы сейчас будете знать, где правильно дома строить. Сейчас вид из окна. Куда? Туда. Может, я отсюда? Ну, можно отсюда, я по-моему туда. Ну, потом, да, да разница какая. Ну, пошли. Пойдем, может, я отсюда. Там просто окно большое. Да, там окно большое и лучше видно. Ой, как хорошо. Как хорошо. Это свинья, там окно большое. Нет, не так здесь видно. Здесь не так видно. Ну пошли туда. Ух ты, как хорошо. Нет, нет, мам, там прям большой. Ну кайфу, ну давай, пошли. Вон, видите, сейчас. Ну туда пойдем лучше, там лучше вон, видно. Прохладненько. Кайфовенько. Мама, я тебя покажу. Тебя тебя тоже помнем. Я включил, все двери закрыл. Видишь, я хочу ложись, я окна открываю, я ложу. У меня это, тут цветка идет. Вот, видишь, отсюда лучше в два раза видно. Да. Тут это панорама. Окно большое просто. Нет, вот не потому ближе как-то оно. Панорама просто, окно большое, но как панорама. Да. Оль, смотри, вон, видишь, кран башня? Mm-hmm. Оказывается, вот напротив. Он с той стороны, а плаза здесь обошли. Совсем близко, да? Вид такой. Да, у меня совсем. Блин, вам не видно. Здесь вот это, короче, пентхаус. Помните, я вам сегодня их показывала, вот это. Да. А где вот камина-плаза? Вот, видишь, кран стоит. Кран стоит. Он на той стороне, а она просто на этой стороне будет. А-а-а. И вон камни, видишь, видно? Вижу. Вон, видите, красный светится, это камни. У меня даже вот эта коса видна, где Имран стоит. Вот, да, и вон, это. Вон камни. А вон Казаибанк. Сидишь тут полночи, рассматриваешь.